Сейчас эти надписи едва различимы. После проверки их закрасили. Информацию о своем товаре продавцы зелий размещают прямо на фасадах. Чтобы реклама не стала двигателем наркоторговли, сотрудники прокуратуры регулярно выходят в рейды. В этом году провели уже две проверки. Во всех районах города десятки нарушений. Уже удалось найти 9 человек, которые могут быть причастны к размещению рекламы. Они арестованы. Им грозит тюрьма. Наказание ждет и тех, кто просто покупает и хранит у себя товар. В зависимости от количества приобретенного либо хранящегося наркотического средства, ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 3 до 15. Идет не только реклама конкретно наркотического средства, но и интернет-площадок, на которых осуществляется торговля наркотическими средствами. В основном реклама, да, идет синтетических наркотиков, спайсов, солей. Активности наркоторговцев можно позавидовать. Едва исчезают прежние надписи, как появляются новые. И это сильно настораживает жителей. Это очень плохо. Потому что умирает население из-за этого. И там всякие болячки возникают, зависимости, дела. Надо с этим бороться, правильно. Если ребенок видит даже, что люди курят, и спрашивает, что такое, конечно, вопрос, если наступает наркотик, конечно, это опасно. Конечно, плохо. Детям и всем окружающим. В результате проверок у продавцов запрещенных веществ было изъято 5 килограммов наркотиков. Теперь наркодилеры могут отправиться за решетку на срок до 20. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.